Вполне и лучше о выставке расскажет вам сам автор, поэтому я предоставляю слово Наталье Валдаевой. Вот эти акварели написаны по мотивам моих путешествий. Я много езжу в археологические экспедиции, как правило, это очень интересные места, которые можно посмотреть и где мало народа. Мне кажется, что акварель — это такой материал, который менее всех других зависим от влияния компьютера, возможности редактировать, потому что в акварели, ну как в жизни, ты можешь сделать что-то только один раз, и поправить там практически уже невозможно. То есть для того, чтобы поправить, надо начать все сначала. Насколько они удались, судить вам.